30-летняя Анна Дзюба, известная широкой публике под сценическим псевдонимом Асти, вышла замуж. Избранником певицы стал ее возлюбленный, 40-летний Станислав Юркин. Анна рассказала, что изначально свадьбу собирались делать 12 июня в Греции. Планировалось, что на ней будет 115 гостей. Но из-за пандемии коронавируса все отменилось. В итоге Дзюба пока только расписалась в Москве. На торжестве присутствовало около 20 человек. Артистка поделилась первыми фотографиями. Анна рассказала, что они планируют провести полноценную свадьбу в следующем году. Певица сообщила, что ранее полученные приглашения не отменяются. Анна познакомилась с будущим мужем в Екатеринбурге, куда она прилетела на концерт. После него певица решила сходить в караоке. Там она случайно встретила Станислава, которого, как оказалось, она уже знала раньше. Дзюба рассказала, что предложение она получила внезапно. Тогда они со Станиславом сидели на балконе, о чем-то говорили. В один момент мужчина неожиданно достал кольцо. Отметим, что ранее стало известно, что избранник певицы был женат, у него растет дочь. В свою очередь Анна в интервью рассказывала о своей любовной драме. Оказалось, что бывший возлюбленный певицы ушел от нее к молодому человеку.